А вы выйдите из кабинета, пожалуйста. Сергей. Выполняйте законные требования сотрудника. Все, пойдем. Как-то агрессивно реагирует. Заходите в кабинет. В таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Вы нарушаете общественный порядок. Каким образом? Я выношу. Мы выносим. Вотом недоверия всему Следственному комитету города Сургут. И вотом утраты чести. Требуем провести внеплановую выездную проверку силами Следственного комитета Российской Федерации. В Следственном комитете по городу Сургут. Отключили домофон. Они хотят разделить в первую очередь. В идеале надо было нас разделить. Нельзя разделяться. Что, вы нас не примете, да? Оставь эмоции на улице. Действуй строго в соответствии с законом. Тебе обязаны выдать талон уведомления. Есть приказ. Ни шага влево, ни шага вправо. Как фамилия? Бастрыкин подписал. Мужик старался. Писал. Я про Бастрыкина. А им как-то наплевать. Они игнорируют приказ. Вы отказываетесь? Они молчали. Просто молчали. Нарушений масса. На норму права не сослался. Там Ермолаев конкретно толкал меня в локоть. Я предполагаю возможный подлог. Я усматриваю конфликт интересов, и никакая уголовно-процессуальная проверка не проводится. Через 30 дней приходит отписка. Везде нарушения. С кем не столкнитесь, все нарушают признаки коррупции. Действуют с каких-то чужих интересов, а не в интересах общественной безопасности. Они зря ли мы кормим? Вы что-то вообще не здороваетесь даже. На пожилого человека накричал на пустом месте. Начал прям кричать. Что-то орать начал. Просто невоспитанность. Улучшая статистику, Сургут является самым благополучным регионом в стране для проживания. Я не понял, вот как это вообще? Все в обратку крутят. Он начал вызывать наряд полиции. Мы каким-то образом нарушаем, мы оба сразу, да? Я вообще был в шоке, какая-то суета была. По всей стране это творится. За 2 минуты он нам пытался вменять 157 статей.